Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Ямагути Кайо. Глубокая осень. 1972 год. Бумага, краски, панно 127x188. Согласно представлениям традиционной японской религии, синто, все явления и объекты природы одушевлены и обожествлены. В каждом живет свой дух, божество Ками. Это относится и к горам, и к источникам, и к камням, к животным, и к птицам. Природные образы по сей день играют большую роль в японской литературе и мировосприятии, но используются в качестве символов для передачи определенных чувств, мыслей и настроений. Олени в синтоизме считаются посланники богов и являются священными животными. Они были связаны с культом плодородия, о чем свидетельствует миф о богине Тамацухиме, которая распорола брюхо оленю и на его крови посеяла рис, давший ростки на следующее же утро. В поэзии это животное устойчиво ассоциируется с осенью, когда мягкие бархатные рога самцов, панты, костенеют. Олени вступают в поединки за право стать вожаком стада, громким криком вызывая достойных соперников на турнир. С приходом сумерек, когда природа затихает, эти трубные крики слышны то тут, то там, равно как и скрежет рогов, дерущихся в жестокой схватке животных. Зная это, понимаешь смысл хайку поэта Буссона. Вот уже не время. Что там за гость стучится? В горах крики оленей. Или стихов другого автора, Сарумару Даю. В теснинах гор, сквозь ворох кленовых листьев, проходит олень. Я слышу стонущий голос, да чего ж тогда осень грустна. Ну, такое описание к работе Ямагути Кайо «Глубокая осень» я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.